Цымбалюк Романовская устроила переполох в Большом. Анна Нетребко, Иосиф Айвазов, Род Стюарт, Светлана Захарова и другие мировые суперзвезды стали гостями и лауреатами первой профессиональной музыкальной премии «Браво», которую вручали в Большом театре. Разумеется, столь громкое событие не могла пропустить Виталина Цымбалюк-Романовская. Это прежде она была в тени мужа, а теперь светская леди. В Большом театре бывшая жена Армена Джигарханяна устроила настоящий переполох. Люди делали селфи с обладательницей трех шикарных квартир и солидного капитала, просили обворожительную Виталину об автографе, жали ей руки и говорили слова поддержки. Даже Анна Калашникова засвидетельствовала Цымбалюк-Романовской свое почтение и попросила о совместном фото. Для нее сегодня, когда, по словам адвоката, наступил переломный момент, такая реакция публики очень важна. Виталина улыбалась, благодарила и была, казалось, счастлива, ведь она снова произвела фурор. На премию молодая пианистка пришла в красном дизайнерском платье. Стоит такой наряд около 70 тысяч рублей. Виталина теперь вполне может себе позволить такие туалеты. Она неожиданно стала богата и знаменита. Оставим за скобками все, что ей пришлось пережить. Это в прошлом. И пусть бывшая подруга Элины Мазур обзывает ее домработницей Викой из Киева, пусть престарелый бывший муж кричит в эфире федерального канала «Чушь» из серии «Воровка, посадить воровку», всем врагам назло, на спине у Цымбалюк-Романовской красуется огромный лейбл знаменитого модного дома, свидетельствующий о вкусе, состоянии и статусе обладательницы. К тому же, в местах не столь отдаленных, таких изысканных нарядов, дамам могут и не предложить. В этом платье Виталина очень гармонировала с красным фойе Большого театра. Казалось, еще мгновение, и молодая киевская пианистка поднимется на сцену, чтобы покорить публику продуманной игрой. Тем, что у нее всегда отлично получается. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!